на это посмотреть. Вышла в этом костюме. Ксюшенька, не морозься, переодевайся скорее, чтобы не дай бог не заболеть. Спасибо тебе огромное. Чудный костюм у тебя, как обычно. Вот постоянно. Она всегда приходит в разных костюмах. Откуда она их берет, я не понимаю. Ни разу еще практически не видела в одном и том же костюме эту прелестную девочку. А еще знаете что? Недавно она вместе со своей подругой проводила здесь мастер-класс по восточным танцам. Они так зажгли, что даже я даже на каблуках пошла танцевать. Это вообще очень сложно добиться такого, но я танцевала. Так что, Ксюша, ты молодец! Пришла пора продолжать наш творческий марафон, если так...